В рамках Всероссийской недели вузовской науки в Сочи собрались ведущие преподаватели вузов России, США, Франции и Германии. Площадкой для дискуссий традиционно стал Международный инновационный университет. Открыл конференцию председатель оргкомитета, академик доктор педагогических наук Михаил Бирулава. Он обозначил тему обсуждения и пригласил коллег к диалогу. Речь зашла о подготовке студентов разного профиля на руководящие должности, в том числе и высшие. В основе деятельности менеджера высшего звена обязательно лежит необходимый высокий уровень практического и социального мышления. То есть на основании этого он будет строить грамотные межличностные деловые отношения, понимать, интерпретировать поведение других людей, свое поведение, управлять коллективом. Но пока в вузах таких учебных программ нет, а чтобы двигаться вперед, необходимо сделать анализ состояния российского высшего образования. Этим и занимались сегодня участники международной научно-практической конференции. Сегодняшнее очень короткое выступление мое именно будет посвящено проблеме междисциплинарности, как междисциплинарности исследований, которые, на мой взгляд, сегодня архиактуальны, для того, чтобы действительно вот в этой очень сложной и неопределенной ситуации поиска стратегии, вектора, тенденции, методов развития современного образования каким-то образом определиться. Теме обсуждения современного состояния и перспектив развития высшего образования в современном мире подключились и зарубежные преподаватели. Во Франции 79% – это государственное финансирование, а 11% – частное финансирование от семей и другие частные источники, 10% – от компаний, которые спонсируют обучение. Всероссийская неделя вузовской науки продолжается. Ученые намерены детально обсудить развитие образования в мире. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.